Да что ж такое? А Хаген добавится, нет? Ну, в голос. Ну, а, слышишь? Ну, да, понял. Елисей. Лучше бы Лису взял. Сейчас сольем опять. На ком он? На Луке? Да. Хана нам. Он тебя перефармит спокойно. Знаешь где? Где? В нашем лесу. Он пойдет на низ. И что он там будет делать? Он? Забирать пак. Серый, что ли? Да, видишь вот эту Ксанку? Нет. Вот Ксанка и Елисей, они и это. Они вдвоем в пати. Хаген, а выстоишь? Будем играть себе. Хаген, а ты выстоишь? Ксанки? Ну, против Фикси. Не, Горец пойдет в зуму, уверен. Не-не-не, увидишь, Ксанка пойдет на мид. Значит, вам будет ганкать, туда, как только ты ульту берешь, берет вампир, и с мида ганкает, и как только ставишь. Вамп мид идет. А. Кстати, в прошлом бою она, да, действительно пошла. Кстати, этот лук тоже пул 5, если что. С дыханием жизни. Плохо тебе будет на лайне сейчас. Знаешь, что плохо? Слышишь, что плохо? То, что у них ведьмак, это как его. С непоколебимостью, вот это вообще печально. Мне просто, прикинь, раньше падало, 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 а сейчас это. Я этот талант тупо сливаю. Ты что, знаешь, кого его можно ставить? Каннибабе, ведьмаку, многим ЧГ ставить. О! А у нас тим есть? Я ж сказал, не пойдет она в зону. Ну да, тень норм тоже так берет эти. А он по хп хоть просаживает. Держу на прицеле. Спешу в бой. Я стреляю не только глазами. Ну вот, минус банка. Да. Ну, тень ее просадила. Да, куча контроля. Ну, прокси. Да. Я Елисей умеет играть за лук, я тебе еще раз говорю. Он много раз был генералом. То есть, вот смотри, когда он будет пропадать, он будет в нашем паке вот на этом. Пошли забирать. У меня нищий. У меня контроля даже нет. Вы не заберете. Ну, навряд ли. Лук и СС уже. Что, блядь? Заебись. Ты знаешь, что видно, куда он должен ставить? Блядь, я имею в виду, что ты мне-то говоришь это, и чем я его тебе забирать буду, если у меня контроля даже нет? Ты не понял, когда крыса ставит лужу? Я тебе говорю про Лука.
При чем тут косолов вообще? Я как бы вообще говорил за крыса, не за изначально. Когда мы крысы пошли, ты хочешь поставить против Ведьмака? Я тоже против Ведьмака. Они поменяются все. Я спрашиваю. Все, да? Ты смотри аккуратнее, потому что Лукаса... Что, меняемся? Он тень пытается забрать. Качайся, пока у тебя припал. СС лук. Все, фрифарм кончился. Меняемся? Он просто сейчас флаг собьет. Ну все. Я просто тут тоже могу вкачаться, понимаешь? Мне как против. Относительно. Пока я его перекачиваю. Елисея? Ну потому что он два пака крипов потерял. Да просто он меня не подпускает под башню. Смотри даже. Ой, крипов ластит. То есть я просяду в хлам просто. Ну качайся. Я потом от меня ничего не жди. Там вон крыса ты. Где? Ну, короче, делай ТП на Не-не-не, качайся. Поняла. Если хочешь. Крысы пошли. Ты маринуешь крип? В натуре не... А, мой СС. Я же сказал, она на нашем паке уже. На мид. Походу щит Хагена спас. Да, ульта есть. Можно забрать с лампом. Ясно. Да я сейчас сдохну. Я стреляю не только глазами. Нет, меняемся. Ну нафиг эту гордость. Я не выстрелю против него. Сейчас забираю пасту. Специально для тебя. Ты против этого зубни выстрелишь? Ну ты... Против Ведьмака? Хорошо, давай. Все делай тихо. Давай. Оба, стой, стой, стой. Вот смотри, прикол. Хочешь? Пошли. Пошли, пошли, пошли.
убей ее. О! Он видишь, он прям наглый уходит. АЗП. Какой АЗП? Наша. Не понял. Наша АЗП они не могли забрать? Навряд ли. Я то, что, знаю то, что у нас... Мы можем слить бой за адептов. Саш, ни ганков, ни вардов, ничего. Лука, Саш, да, мы уже говорили, что ли? И типа этот не слышал. Да, и ТП потратили. Нету. Сколько? 5 секунд КД. На всякий случай. Чит. Меня контролят. У меня башни просто забирают. Ты забрал кого-то там? Да, крыса. Нужно забрать. Если да. Если есть у Хагена ульта, я разъебусь. Мои стрелы готовы. Я не знаю промаха. Сука. Все. Дай ему тупо одна автоатака. А, не без зума, что ли? А, горе зум. Воу-воу-воу. Обнову бери вам. Оба, тут уже все. Фиксите мне. Давай этого дальше. Ловим. Что-то я всех застрелил, да? Нормально, тебя качать не нужно. Зашел удачно в их лес. Ко мне что ли кто-то пошел?
Можно Ведьмак Хаген, если ты тут, то можно прийти Ведьмака забрать. Голда резнулась. И пас, смотри. Давай на ихнюю голду. Давай фикси. А, нет, 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 под башню только не надо делать. Башню забираем? Давай, гол. Уходим, уходим. Нету никого, видите? Сейчас кто-то пэхает, мы сразу уходим. Все, уходим отсюда, уходим. Мои стрелы готовы. Отстрел не убежишь. А теперь гол качаться. Гол, да. Ну я и бегу на нее. Поняла. Ты не думаешь, что они могут замешать стоять на меня? А у меня тп есть. А будет замес, смотри. Они... Все, давай, гол. Хаген, уходи. Нам пробили. Все, давай, крыса. Ау. Наш меч? Да. Гол. Специально для тебя. Ну. Ой, зря. Я щит дам. Фух, я выжил. Нету леса. Он заварден весь. О, голда резнулась. А, ну они ее уже сберут. Спешу в бой. Мои стрелы готовы. Я стреляю не только глазами. Только за речку не выходи. Фикси заберем? У меня там нету. Я их не увидим, а так перекачиваю. Нормально, кстати, перекачиваю. Пак
Ну не надо лезть в их лес только. Я же говорил, что там у них у всех ларды. Уходите оттуда. Сейчас это тэпнется, а то. Видишь, все к нам идут сразу. Давайте башню пронесем наверху. Я стреляю не только глазами. Поняла. От стрел не убежишь. Слушаем, как крысолов исчезает с карты, уходим. А, я сияние заюзал. Жесть там свитков. Ну! Хорош. Тащите башню. Ну, горец выживал так долго лишь, знаешь, из-за чего? Потому что я ему щит кинул. Я чувствовал там сияние, короче, я ультанул в Елисея, потом в этого ультанул, ну как его, потом начал контрить, вижу, короче, это вам кидает на этого, как его, Роза на Елисея, я его контролю, смотрю, он уже сдох, блядь, я в зону пошел. Зачем? Ну, вообще-то, ты видел, сколько у них свитков был? Ты думаешь, у них нету сейчас свитков? Кто решится подойти ко мне? Ну, я сделаю сияние птиц, надеюсь, ты будешь их юзать. Я стреляю не только глазами. Оу. Спешу в бой. Новая позиция. Знаю, как кто тут неудачник. Суп только свитер запорол. Не, уходите отсюда. Лес. Хаген, плиз, пожалуйста, прошу, не выходи за речку. Кто решится подойти ко мне? Смотри, я показания. Поняла. Я стреляю не только глазами. Ясно. Сейчас еще по одному свитку. Специально для тебя. Да он глупый какой-то. ТП сделаю. Все, гол. Давай, давай, давай. О, они свитки проебали. Юзы, птиц. Я тебе щит кинул. Проноси, Елисея. О.
Ебать, я лагерь опять вижу. Все, проносим, все. Ну так по танчике что ли? Го. Уходи. Не-не-не, все, я в зуму еще. Где? О, бери хосту. Ну, давайте за меня что-то. А, гол драка. Драка. Не, я уйду. О, они сейчас медведя спасем. О, инвиз. Инвиз это фаган. Да я взял. Лоханулся немного. Гол. Прям под две башни идем? Да. Нету. О, все, гол. Пуш, башня, так. Все, гоу, гоу. А, тут вонщик. Сука, горец, блядь, где он? Где Фидер? Все, ГЗ. Опять псих я кидал. Привет, вижу, уже кончаете? Уже кончено. Место есть? Конечно. О, прикинь, зеркальце выпало. А чё, Ксаген с голосом? Нет, это не Ксаген. А, да, то есть в этом, в скайпе сидишь? Угу. Чё-то тебе одно говно выпало. Блин, ты вначале нахер не нужен, Влад.